Среди многочисленных ветеранов трактора есть особенные – те, кто стоял у истоков создания команды. Люди этого поколения стали невольными участниками Великой Отечественной войны и, будучи подростками, трудились в тылу. Одним из таких мальчишек в те сложные годы был 14-летний Олег Сорокин. Он родился в Ленинграде в 1927 году. Там же, в 1941-м, его и застала война. Вскоре семья Сорокиных перебралась в Челябинск, где Олег выучился на электрика и отправился в Луганскую область восстанавливать разрушенную электростанцию. В 1947 году он вернулся в Челябинск и остался навсегда, связав свою жизнь с хоккеем и заводом ЧТЗ. Свою карьеру в Дзержинце Олег Михайлович начал в роли нападающего, но через год, в силу дефицита защитников, стал игроком обороны. Когда уже команду мастеров-то взяли сами, мы лето работали, а с сентября месяц нас освобождали до окончания сезона. За 7 лет в Дзержинце, а затем Авангарде Олег Михайлович провел 110 игр. Одним из самых запоминающихся поединков для него стал матч в Таллине. Приехали в Таллин, пошли, где это у них там площадка сам. Посмотрели, так отличный лед, все сам думаем, ну хорошо будет играть. А к вечеру пришли, они что-то там соль, что ли, насыпали. Мы на скоростях, а они техничные ребята были, но они потише были. И вот плохо бежим вроде, раз шайба теряется самое. Вот они нам первые забивают самое. Наша тройка была, Пономарев, я и Ахманаев. Пономарев бросает по воротам, вратарь вроде как бы отбивает, и она на ленточке остановилась. И здесь, как я успел, сам не помню, успел протолкнуть. И один-один закончил. После завершения хоккейной карьеры Олег Михайлович всерьез увлекся городками и выполнил норматив мастера спорта. Он до сих пор в форме и с удовольствием демонстрирует уже не хоккейную экипировку. В канун Дня Великой Победы хоккейный клуб «Трактор» поздравляет своих дорогих ветеранов и всех, кто в то тяжелое время творил победу. Хотел бы пожелать всем ветеранам в первую очередь здоровья, сил и сказать бы огромное спасибо за тот труд, за самоотверженность, которую они проявили в это трудное время.